стиль берсерка в подсознании. С тобой есть Ичига, только вечно Хичига второй хочет овладеть телом Синегами полностью. Ведь Ичига слишком добрый, мягкий и беспомощный. Если бы не Блинзон Гетсу слился с кем-то раньше битве, научил владению меча. Каковы мотивы? Хочет стать королем, что управляет телом. Вечно лошадь, что потянет и раздвинет силы тел пределы. Ичига все знает и все он понимает. Если бы не белый парень, занимался тем, что убегает. Сколько раз спасал его и выручал. Хоть маньяк, но положиться можно, в голове существовал. Яцуга Теншо придумал не Ичига, вспомним. Сплагиатил и использовал. Вот ребенок стрёмный, чтобы стать сильнее, использовал маску пустого. Аргументов еще море, повторять их снова. Родился от того, что был слиянием разных людей. Силы половины делают его мощнее. Всегда готов подраться с кем-то на поле боя. Только бы запуганный Ичига дал бы ему волю. Также Айзен проявлял к Зангетсу интерес. С удовольствием смотрел, выходил наружу без. Сколько времени потратил, чтобы приручить. Все равно не смог все сделать, остается тренер завершить. Вторая часть цели, но на самом деле овладел бы телом города. Синегами все сгорели. Был безумцем так же, как его идеи. Таким же сильным был, как и главные злодеи. Вторая часть в теле, но на самом деле овладел бы телом города. Синегами все сгорели. Был безумцем так же, как его идеи. Таким же сильным был, как и главные злодеи. Да. Одолеть его и невозможно. Жаждет силу короля, и с ней на этом свете можно. Подчинял себе тело и не рад, что на тренировках, что в боях этим глупыша Ичига спас. Регенерация и сила приходит лишь тогда, когда казалось, нету шанса против сильного врага. Ульхиора тоже подмечал, сила, что вырывается наружу, круче его в раза в два. Так и проиграл сражение в неравном их бою. Увидел, что не стоит делать перед своей смертью. Азин все наслаждался и не думал, не обдумал, не придумал. Не такой уж этот гений хитроумный. В финальной битве без Зангетсу не обошлось. Помог найти силы и дать врагу отпор. И даже после потери духовных сил остался жить где-то в глубине и в заперти. Вторая часть в теле, но на самом деле овладел бы телом города. С Синегами все сгорели. Был безумцем так же, как его идеи. Таким же сильным был, как и главные злодеи. Вторая часть в теле, но на самом деле овладел бы телом города. С Синегами все сгорели. Был безумцем так же, как его идеи. Таким же сильным был, как и главные злодеи.